Слава Украине, привет всем от Полонска. Мы, как обычно, в Киеве. Сегодня 13 марта 2023 года. В Киеве все спокойно, насколько это может быть спокойно во время войны с путинской Россией. И все более-менее нормально. Полностью восстановлены после последней ракетной атаки, которая была 3 дня назад. Полностью восстановлены абсолютно все городские структуры. Ну, собственно говоря, было повреждено последний раз только одно отопление. И, собственно говоря, именно отопление пострадало. И его-то и восстанавливали. Восстановили довольно быстро. Большая часть правобережья, потому что пострадало именно правобережье, была подключена сразу же. Лично у меня, например, вода появилась отопление. Часов, не знаю, через 10-12 после уже ракетной атаки. То есть вот Путин выпустил, я не знаю, сколько там этих кинжалов, чтобы у меня не было отопления в 10 градусов тепла в течение, я не знаю, там полдня. Вот как-то так. Ну и аналогичные варианты, собственно говоря, по всему городу. Все восстановлено, все работает, все более-менее в порядке. Вы сами можете посмотреть, как выглядит сейчас город. Все абсолютно спокойно и, собственно говоря, под контролем. Ну, что еще? Хотел вам показать, как обычно, я возле дома со звездой. Это сталинская высотка 50-53 года. Тут большинство домов. 53-й год, 52-й год. И кроме ЦУМа, ЦУМ довоенный, да. Все остальные дома, архитектура, это все 53-го года. Кто не знает, вот эти все дома построены были после войны на месте старых домов, которые были снесены при взрыве тогда Крещатика, устроенного коммунистами в 41-м году. Еще что у нас интересно, вот если вы послушаете, я не знаю, слышите вы эту музыку или нет, которая доносится с другой стороны, там всегда у нас такое лобное место, если можно так выразиться, и возле перехода обычно играют различные уличные музыканты, что мы очень любим. Вообще на Крещатике куча уличных музыкантов. Во время войны, первое время их не было, это февраль, март. А вот сейчас уже очень многие вернулись в город. Вообще в город вернулись практически все, кто выезжал в феврале-марте прошлого года. За редким исключением. Некоторые люди, сами прекрасно понимаете, кто-то нашел себя за границей, кто-то получил какие-то бонусы и так далее там за границей и до сих пор сидит там. Но если брать в общем и целом, то, наверное, 95% киевлян, которые выехали ровно год назад из Киева, уже вернулись и приступили к работе, к обычной своей жизни. Что, в общем-то, не может не радовать, потому что жизнь обязательно должна возвращаться в свое русло. И тут еще один момент. Некоторые говорят, ну как же так, что вот в Киеве люди гуляют на улице. Ну, сегодня, правда, не выходной день, сегодня будний день, понедельник. И, как говорится, понедельник день тяжелый. Тем не менее, действительно, на улице приличное количество людей. Как же так? У нас война. Действительно, у нас война. Но вот я вам скажу честно и откровенно, Путин был бы дико рад, если бы в Киеве все посыпали голову пеплом, если бы, знаете, вот если бы он нас просто выбил из седла, что называется, в магазинах не было бы чего жрать, а у нас магазины, полки ломятся сейчас, и репертуар в магазинах ничуть не хуже, чем был до войны. Если бы в Киеве не было света, газа, отопления, канализации, воды, чего хотите, да? Вот это то, что Путин добивался своими бомбардировками. Я думаю, что ни один наш воин на фронте не хотел бы, чтобы в Киеве, в Запорожье, в Днепре, где угодно, в Одессе и так далее, была бы такая ситуация. Они не для этого на фронте. Они для того на фронте, чтобы здесь, в тылу, было все спокойно и все нормально. А не чтобы тыл был разбит, вот как сейчас, посмотрите на Бахмут и посмотрите на Киев. Посмотрите на Солидар, на Угледар и посмотрите на Киев. Или же посмотрите на Львов. Есть разница. Еще один вот такой вот очень интересный момент, это лично мое наблюдение. Да, я думаю, очень многие люди делали такое же наблюдение. Скажите мне, в каких городах было больше всего, ну, скажем так, хоть это немножко грубо, но ватного населения, да? На востоке Украины, правильно. И в каких городах, как там ни крути, пускай чуть-чуть, но пускай определенно, скажем так, определенная часть населения поддерживала Россию, поддерживала Путина, избирала Януковича и т.д. и т.п. Тоже там же, на востоке Украины. И вы знаете, вот
И куда пришел Путин в результате и снес эти города на восток Украины. Вывод следующий, ребята. Чем дальше вы от России, чем хуже вы к России относитесь, чем непримиримее в отношении путинской, да любой, хоть путинская, хоть не путинская. В данной ситуации совершенно не имеет никакого значения, путинская Россия или не путинская. Она все равно остается страной бандитов и террористов. Так вот, чем дальше вы от этой страны, и чем хуже вы к ней относитесь, тем здоровее вы, и тем лучше выглядят ваши города. Если только вы к России относитесь с пониманием, пиететом, еще и просите: «Путин, приди», как там, не все, но некоторые делали, было чего греха таить. Посмотрите сейчас вот на их города, на Макеевку, на Горловку и так далее, и так далее. По-моему, тут даже объяснять ничего не надо. Путин пришел и сделал все, что он мог сделать. Вот так вот, ребят. Ну, а Киев что? Киев в порядке. Киев спокоен абсолютно. Киев уверен в завтрашнем дне. Уверен в победе над фашистской Россией. И в Киеве все обязательно будет хорошо. И еще один момент. Когда-то, по преданиям, Киев вроде бы, говорят, как родил Москву или зачал ее. Ну, вы сами знаете эту присказку, да? Я тебя породил, собственно говоря. И вот. Так что, все, что я могу сказать, зря Путин с нами связался. Слава Украине!